Можешь любого героя взять под меня? Отъебем с тобой линию, я тебе буду подсказывать, как сиспом играть. Я единственное, что настроил, чтобы рейды показывал теперь. Да, да, я. Приятно, когда чувак узнает тебя. Ну, в плане, что он будет слушать меня лишний раз. Че, опять играть через шары, да? Как будто бы да. Так, что мы делаем из этого? Ну, мы будем через шары опять играть. Я думаю, я опять сделаю грыжные стики, брейсер. И потом... Вот так вот. Бик я блочу, смол разблочу. Ой, наоборот. Бик я разблочу, смол блочу. Буду подсказывать чуваку. Че, первый даблим сразу же, гайс? Игра в мипа, в ноль контрпиков для мипа на виспе. Че-то впадло дабли, да? Ладно, братишка задаблил, че мне его? Че мне, не поддержать его? Так, че у нас по лайну? Это Винга Войд. Они так себе спамят кнопки. Но я думаю, мы, в принципе, по кайфу постоим лайн. 50 на 50 минимум. Хотя это Винга, возможно, на Ргулине пойдет. Да, Тинкер 5 может быть. Тинкер 5 менее приятно будет, потому что он не дает убить Войда. Там вообще просто чел бесконечно хилится. Мы хотя бы две руны заберем, уже заебись будет. Не играй сильно агрессивно вначале, мы не настолько сильны. Так, просто урончик получил, чтобы равномерно получать. Че, смол я блочу? 100%. Потом слежу за бигом, чтобы не заблочили. Отблочить надо пачку. Не, вести ли мне сразу же все грейженные стики? Есть ощущение, что это не очень хорошая идея. Куда прикольнее цирклеточку себе привести и ветку съесть. Что-то типа такого. Вот. Тут о, он подставил сентри мне на биг кэмп. Пойду разблочивать. Бля. Тычка, конечно, у Тинкера пиздец. Окей, да, тычка у Тинкера пиздец. Первым скиллом добивать дальников? Ну, типа, юзай первый скилл, чтобы дальника добить в следующий раз. Да, про Тинкера линию ставить пиздец. У героя тычка 61 просто. О, надеюсь, он мне даст разблочить когда-нибудь. Не стесняйся ману тратить, бро. У тебя фулл мана, ты можешь почаще нажимать кнопки. А, у него не тот аспект, ебать. Ну, под пачку не может на Тинкере драться против нас. Бро, где тебе стоит что-то другого героя бить? Что меня Тинкер пиздит. И типа, я не могу ему один отвечать. Не-не-не, это опасно очень. Хорош, хорош. Молодец. Так, ща. Третий акт наконец-то вышел, а значит вы бесплатно можете получить новые арканы на Dota Loot. Причем аж тремя способами. Во-первых, по классике, трежерки, бандлы, арканы из обновления уже добавлены в наши сундуки. В том числе и сундуки за ману, которые можно получать просто выполняя действия на сайте. Во-вторых, вас уже ждут три гарантированных арканы в приключении, где нужно выполнить простые задания и забирать крутые шмотки. А в конце они дарят один из самых дорогих предметов в Доте. В-третьих, за добычу рун. Их можно получать каждые 3 часа, открывая бесплатный сундук. Ну или проходя приключения, которые разблокируют еще больше ежедневных сундуков с топовым шмотом внутри. А если накопить больше всего рун за день, подарят аркану из Crownfall. А если за все приключение, то того самого Рошана за 80 тысяч. Переходи по ссылке в описании, пока ивент бесплатный. И не забывай про промокод. Сука на войде, конечно. Сейчас, аккуратнее не умирай там. Бро, не умирай, пожалуйста. Ну, хотя бы я килл сделал. Нормально. Я выложил там браслет. Заберешь, пожалуйста. Ебать, там Тинкер хорошо марш закинул. Чисто, чтобы пачечку убить. Что войду нихуя не досталось. С кайфом, с кайфом. Полож с фом тормозов нет. Ну, это нормально. Я, на самом деле, повторюсь, я лучше сыграю с челом, у которого нет тормозов, чем с челом, у которого бесконечно тормозит. Вот. Не хочу играть, на самом деле, через Overcharge 2. Хочу тычковаться с шарами. А тангусик-то фармить. Да, Тинкер имбовенький герой. Ну, типа, у него слишком много плюсов. Эти марши, которые бесконечно хилят, это духотливо, на самом деле, очень. Войда мало смысла пробивать, лучше по Тинкеру играть.
Поведу только, если на первый скилл потратил. Ну, бля. Тычками пробуем помочь, конечно, но... Бля, не хватило. Аккуратней. Где он самоуверенный? Не, он хорош на легенке, молодец. Не получай урон от марша, бро? По тинкеру лучше. Всегда стараюсь по тинкеру чаще играть. У Войда прыжочек, его очень сложно будет пробивать. А вот из тинкера пробиваем, то это заебись. Владик против нас. В следующий раз тинкер подойдет, можем у него кнопки покидать, у меня шарики в двоечку. Хорош, брат, красавчик. Еще линию запушил. Бля, он реально вообще пойдет со страйком. Ебать ты жесткий на вокере. Так, я что хочу? Я хочу стики загрейдить, и, наверное, второй брусок в этой игре. Как будто бы мне он тут прям очень нравится. Мы бесконечно тычкуем за слега, и я ему дэмэдж дам. Нормально там на леге, да? Вроде да. Я подхожу, инвокер. А, я думал, он в атаку будет. Ладно. А, забей. Может, регенчик для меня? Пжж-пжж-пжж. Unlucky. Пжж-пжж-пжж. Ну ладно, крип это как комиссия. Крип это комиссия, гайс. А, он решил. Он решил хуй на меня забить, я понял. Ну ладно, ладно. Два нулика тинкер сделал. Считаю ошибка. Лотос он забрал, да, на тинкере. А, это он. Можешь мне, пожалуйста, лотос дать в руки? Угу, спасибо. Бля, под маршами тяжело драться, на самом деле. Под маршами тяжело драться. Чё вы это вечно маны нет? Чё за хуйня? Так. Чё за руной сходить? Подписку на звук в доте? Чего, блядь? Можем доебаться немного. Так, чисто выбить рисики. Нормально, нормально, я пробью немножко. Молодец, что меня хилит. Заебись, он без прыжочка сейчас, если еще раз подойдет, можем пробить его. Этого не очень пробивать. А, ладно. Шашары будет, можем подавить немножко. Хорош. Все, можем подходить, бро, нормально. Или ты хочешь прям до конца? Он хочет прям до конца. Ну, это хуевая идея была. А, нормально. А, надо пробивать. Выйди слейва. Пойду стакать. Я стакать пойду. Так, нормально. Потом мы стаки просто с кайфом заберем. Так, все, дальше просто Холи Локет с двумя брейсерами. Я думаю, это довольно-таки нормальный выбор будет. Рановато, шарики взорвались. Но я не мог это регулировать, на самом деле. Можем его под метеор кулснэп пробить? А, у тебя нет метеора, сори. А, блядь, ну, как я мог знать это? Блять, ну попозже бы написали. Ладно, я тогда просто включу вот так вот пока что. И верну доту. Ну, сори, типа, я не увидел это. Я видел, что в чате не писали об этом. Типа, в чате никто об этом не писал. Я не знаю, почему звука дота не было. Даже если бы, ну, его. Даже если его не было, никто об этом не написал нормально. То есть могли поспамить, типа, гайс. Поэтому, ну, my bad. 10 минут без звука дота. Я сейчас общий звук включил. Типа, прям фул дорожку, но это не то. Так, главное, кларите купить капельку, и этого должно хватать до локета. Надо прокачку сделать тут. Два раза написал. Ну все, парни, он два раза написал, распадемся. Закачать стакич. С1 ушел с линии, кстати, ребят. На всякий случай, чтобы вы понимали, кто ушел с линии, С1. Можем с тобой вот тут стаки закачать. А, ну потом после линии, похуй. Я еще раз такну, придешь под 11-ю. Там мити ебут, может поможем инвокеру, ребят? Ну, не поможем, походу. Кларити надо отпить. Этого должно хватать. Бля, ну мипа под тинкером выглядит прям очень хорошо. Бигус не стакнул. Фарми, фарми. Ну, блядь, ну, фарми. Я прилетел, я в ту бот летел. Смотри, Лего, Лего. Дельку можно дать. Хорошая рела.
Бля, Тинкер, конечно, пиздец, жесткий стрелок. Но нам хватило. Улетит, нормально. Заебись. Беги на линию, на линию, на линию. Блять, нормально, мы никак. Я не должен умирать за охрану. У меня хватает защиты. Он не убивает меня. Два башни не прокнет. Заебись. Хорош. У меня два брейсера, он не ожидал того, что у меня так много дэмэджа будет. Ну, после защиты от дэмэджа. Надо много ударов делать, успевать. Надо было еще бить, он зря остановился. Ладно, боксуй. Под Холи Локет нужно, наверное, Ешку к Юшку подмаксить. Меня ищет, по-моему, Тинкер с этим смипом. Я надеюсь, меня там еще не убивают, пока я тут вольтабичу. Что-то инвокера буллет нашу. Мидасового. Лего, можем энчендов пофармить. И там дохуя прям, слабо говоря. С подным эльчиком. Типа не забыл его нажать, главное. БМ не забудь. БМ. Только аккуратнее, брат, ты умираешь. Вернемся, фоллоу еще раз сделаем. Фу, тяжелю. Тяжелю фармить. Бэм, еще КД. Шарейс бесплатно нажмем. Заебись. Много мы тут заработали, на самом деле. Ну, в топе качка. Я могу просто нашу виздом забрать с кайфом. И иншей стакнуть там. У нас лего довольно-таки большая в этой игре. Интересно, какой у него творс, потому что, ну, мне кажется, у нас хороший на двоих на творс. А сейчас если вспомнить, творс правильно считать не так, что у кора на творс, а сколько у виспа и у кора. Вот, потому что, ну, и делить на два, соответственно. Общий результат. Бля, ну я не рядом, братишка. Он забыл БМ нажать, да? Ну, ладно, ничего страшного. Может быть, тинкер доебаться, у маленький левел. О, окей, аккуратней. Ну, блядь. Каски хорошие, на самом деле. Ну, касочки имбовые залетели. Замедлим гранаткой и локет привезем. Бля, обожаю NVSP играть, на самом деле. Очень простой герой для Low MMR. Прям супер изи играть. Полилокет едет, БМчик есть, почти блинк есть. Надо еще раз троечку стакнуть. ВД, можешь перед тем, как на базу пойти, троечку стакнуть, два компа сразу же? Сначала верхний на 50... Сначала иншей на 53, потом другой на 55. Он кэшбэк получит, денежек заработает. А я вот это еще стакну. Лего башню заберет, по идее ничего не угрожает. Не должно, по крайней мере. Давай просто башню добьем. Вот так. Ладно. Тут можно эншентов пойти. Там смотри, за нами эта погоня. Мы сейчас похилимся и вернемся и баллы мы начистим. Хил на меня оставляй, если плохо будет. Блинк тоже не забудьте приложить. Нихуя себе, няма-няма! Я говорил, на меня хил оставляй. Просил на меня хил оставлять. Ну ладно. Он нажал хил в себя, из-за этого я умер, из-за этого он может умереть. Ладно, там нормально залетел, у него первый скилл по всем. Прям больновато было. Нормально, смека сейчас вообще скайск будет играть. Там нету быстрых веселов и не планируется. Кстати, заметьте, чем больше рейтинг, тем уже люди чаще начинают ауры покупать. Из минусов на Тинкере какие-то барабаны купил, блядь, непонятные. Хотя, ну, это герой чисто мека Холи Локет. Не очень я этого понял. Ну ладно. Я стакну. Или он хочет? Нет, если он хочет, я не против. А, он дальний стакнет, заебись. Лего ТП не нажимает и пешком бежит. Вот за это респект, кстати. Потому что от ТП мало смысла было. Зачем нажимать ТП, если я стакую? А сейчас он в тайминг прибежит. Это... И Шона ХММР даже так не всегда делают. Он прям молодец. Из Холи Локета у нас как будто бы посложнее будет пробить. Заебись. Да, пиздец мы огромные с Лего. Просто жесть. Так, что, денежка есть? Денежки нет. Есть вот эта штучка, которая ночью регенит ману, приятно фармить. Днем регенит ХП. Причем дохуя. И приятно драться. В общем, для виспа топ айтем за свои деньги. За свое отсутствие денег, имел в виду. У нас есть релокейт, ребят, и дуэль. Мы можем с вами где-то драться. Пойдем вот это зафармим. У нас пиздецки много сейчас.
Вообще, как будто бы Тинкера. Можем в тобой в топе Тинкера, ребят, смотри, я нажал на него. Просто за ним беги, мы быстрее его. Сбить Транквилла. Хорош, хорош. Да, вообще поебать, братишка. Вообще похуй. Фармим. Вообще похуй. Не, приятно с ним играть, он молодец. То есть это один из лучших тиммейтов за последнее время. Может, потому что мой канал смотрит, гайс? Как думаете? Я думаю, это одна из причин. Чувак просто смотрит мой канал. И очень хорошо играет из-за этого. С ним очень легко играть. Все, мека появилась. В топе кача много. Можем линию пропушить, найти кого-нибудь. У меня хила много, тебя сейчас не убьют. О, ебать. Он как будто бы хуйню делает, бро. Не бойся, не бойся, у меня все еще до хила. Блять, меня загрел Акс, my bad. Ладно, нормально. Меня Акс загрел. Меня Акс загрел. Ну я не ожидал, что Акс прям подойдет нас загреть. My bad, my bad. Я тут маршрут выбрал. Бля, my bad, my bad. Я не должен был подставляться под Акса. Я не ожидал, что Мейпа с Аксом будет отпушивать одну линию. My bad, my bad. Моя кровать. Подставил малыша. Ну как подставил? Это был хороший кол, просто я ошибся именно. Ну, в микро. Я не подошел. Ну, короче, я подошел слишком близко, чем должен был. Че, дальше я просто могу Тараску в этой игре ебануть. Есть ощущение, что мне ничего не мешает просто начать ее с ринга в Тараске. Еще пайп тут хороший. Тинкера. Можно просто две ринга в Тараске купить, забалдеть. Акс летит в бот. Вот тут сейчас. Думаю, на варде. Он в тебя хочет прыгнуть на антимаге, он с тобой бежит. Ну, блядь, я же заказал это в чат вроде. Ну ладно. Я лечу в бот. Тинкер бежит. Я помогу, помогу, брай, помогу. Ты весь... Как сможешь подойти? А, Акс не подойдет, нормально. Нормально. Very good jam. Вы огромные? Ну да, да, есть такое. Лего пиздецкий огромный. Я прям хороший. Я еще рингу в Тараск еще куплю, я тоже пиздецкий буду. Не, Лего, с Лего приятно очень играть. Говорю, чувак прям именно как игрок очень хорошие вещи делает. На удивление. Редко ожидаешь, ребят, с таким рангом что-то такое прям хорошее. А он прям хорошие вещи делает. Им очень легко двигаться. Если у него паттерны фарма не самые лучшие, потому что он не всегда понимает, что он хочет. Ну, бля, ребят, это требовать от него, ну, такое себе. Не тот ранг, чтобы требовать. Не уверен, куда он бежит. Я просто за ним. Посмотреть. На самом деле мы можем драчку тут принять, ребят. Мы вполне сильные с Легой. Ну, в идеале драку начинать с дуэли в кого-то. Так, беру урон спиритов. Мы убиваем его. Заебись. Нормально, нормально, все заебись. Венга. Это короткий. Сбил Транквилла, он медленный сейчас. Свечку не здесь полил. Бля, ну я не так дохуя хила сейчас. Ну я нормально, я с рела. Рела на готове у меня. Хилимся, обмарш. Найс. Так, рингов Тараск нужен. Блять, ну что ты? Что ты до меня докопался? Бей его. Шарики на дэмэдж талантик сильный. Забирай рун. Забери рун. Заебись. Ну чей? О, ебать. Впадло. Впадло одного оставлять. Впадло одного оставлять. Я бы мог, но это так рискованно. Это так того не стоит совсем. Прям very впадло. Мека есть. Саб будет. Я наготове. Прикольный абуз. Заметили, да, ребят? Нажал прям в анимацию свапа, чтобы отлететь вместе с ним далеко. Так, из этого что, урончик возьмем? 12 дэмэджа, по сути. Но мы сильные, пиздец. Можем за ним прыгать, он стоп. А, аж он в любой непонятной ситуации дрался. Дерись, дерись просто. Дерись с ним. Успел мяку нажать, заебись.
У меня день, у меня плюс хп реген идет от нейтралки. Этого пиздец как много. Прям очень много хилит. Там у чела, видите, да, как хп идет. Нормально. Прям очень легко играть. Этот нейтралка очень много дает, на удивление. Я как-то его тестил единожды, мне прям очень понравилось. Что, можем ХГ идти на самом деле? Ну, а можем и не идти. Аган делает? А, да. Ему нужен Аган и Мактарин в этой игре. Да хуй еще дуэли делать. За ебцам. Я иду. Эти маков соло, по идее, булят. Ну, так лучше. Сколько там дуэли уже? 120 дуэлей у парня. Ебануться. Бля, я думал 1600 стоит, а 1800. Чё, капельку продать? Через два рингов Тараска сыграю. Фишка этого билда... О, ебать. Чего? Фишка двух рингов Тараска, что там пассивный регена дохуя. Ты как бы не очень трачишься. Там есть дуэль? Нет, дуэль. Ну тогда не полечу. Ладно. Чё, рингу в Тараске добить? О, за меня рингов Тараска, у меня видит, да, сколько регена, гайс? Типа, если я в долгой драке живу, там шансов ноль. Можем вдвоем с тобой против всех драться сейчас, у меня много хила очень. Это такой ситуативный момент, что иногда в долгой драке это круто работает. Да, тизер порвали. 5 секунд тизер. Не бойся, не бойся. Опять тизер порвет. Бля... Смотри, тинкера можно. Хоть кого-то сдали. Ладно. Сейчас из минусов ночь началась, ночью у меня будет идти мана реген. Зато мана будет бесконечно теперь у нас. Болотный крыс за нас, ребят. Ну да, мана теперь регенится ебейше. Все, дальше просто пайп Тараска. Забалдеж. Пайп Тараска нам... Как будто бы нас невозможно бить. Нас так уже очень сложно бить, но с пайпом Тараской меня только за хроном можно будет пиздануть. Шеломана бесконечная просто. Блин, как же много это нейтралка дает? О, пиздос какой-то. Это Тараска просто. Видите, дай его хп реген, ребят. Я не особо боюсь Агракса, по идее, да? И погонима нету, где весь... Чувак просто фловый. Акси пытался бэклайна найти. Ебать, он там прокликивался. Мышкой, наверное, кнопки кликал. Нормально. Локет нажму один. Следующий зарядится, я думаю, так драть. Он локера не меня бьет, это very good. Дай тизер ПДМ. Дай тизер 5 секунд ПДМ. Не по шансам, да, парни? Или по шансам? Бля. По шансам все-таки. Ладно, мы пытались. Блядский тинкер имбовый, он все перехиливает. Просто имба. Ладно, я бы твой, если бы Тараску купил, нас бы точно не убили. My bad. Но все равно хорошая драка. Я не знаю, как нам дэмэджа не хватило. У нас как будто бы у Леги плюс дохуя дэмэджа. Мы на стычке мощные. А, я знаю. В теории ему могло, знаете, что помочь? Какая-нибудь скираса. Чтобы он еще тычками отжирался очень. Не знаю, почему не хватило немножко. Физы. Физы. Кстати, ебать, он еще талант на хил взял. Покчамп. Хотя против мипа вот этот талант левый на 15-м получше, да? 35 урона за героя. Там прям нормально может залететь. По мипа нажал, хуякс, минус миллион. Враги просто вдвоем барабаны зачем-то купили, непонятно. Если тинкер покупал бы меку, играть было бы сложнее. Я не знаю, что он меку доджит. У них меки нету. Замедление атаки талант хочет собрать? Я, кстати, не думал об этом. Да, ты прав. Это был бы хороший талант.
Это весьма good talent был. Смотри, можем на Мипарила нажать, дуэль в него. Или на Вингу. На Вингу лучше бот. На Вингу бот. Заебись. Мипа впадло, потому что он там зарыться может. Какой-то аган у него высрится. А лучше с собой заберу на всякий, нахуй так рисковать. Торментора можно бывать еще изи. Ну, у меня, ну, в этой игре не самый лучший шар. Тут не то, чтобы он очень эффективен. Блядский тинкер. Ну, из плюсов у меня хотя бы на героя пайп легко покупается. Пиздец регена, конечно. Он еще Вейнлендс под виспа взял. Ебануться. Дуэльки можем поднажимать. Бежали вправо их искать, вот сюда. Не думаю, что они вышли еще. Мы успеваем. Я бы вправо бежал, он плохой маршрут выбрал. Надо было вот сюда бежать. Блять, он просто выйдет. Сейчас вот так вот сделаю. О, ок. У меня есть стрела, но я бы на тинкера в топ нажал, смотри. Тут. Так, мы не догоняем. А, вот он. Дебить. Сейчас можем бот вернуться и балом разбить. Го-го-го-го-го, мы сильно. Можем прям в них сейчас ебануть. У меня 20 стиков, мека. Можешь вперед бежать. Да просто пиздить с руки. У тебя аж 1400. Давай, братан. Очкошник. Братан, очкошник. А, вот это надо убивать, фармить. Не знаю, мне очень нравится аганим на леге в этой. Долгая дуэль. КД, по-моему, меньше с ней. Не, раньше КД было меньше, сейчас нет. Сейчас шарт вроде КД уменьшает, да? Нет, тоже нет. Нихуя, няма-няма. Да кому не похуй, бро? Я же уже говорил, кому не похуй. Да кому не похуй? Кому не похуй, что команда говорит? Кому не похуй, что говорит команда, дружище? Типа, если бы я каждый раз серьезно воспринимал, что мне говорит команда, я бы в доту уже давно бросил. Поэтому я не знаю, что так серьезно это воспринимаешь. Это очень странно. Не, ну что-то как будто бы днем нас убить вообще Unreal. У меня 50 хп регена. Просто не пробить эту хуйню. Разве мип из дуэль не умирает? Там аганима можно брать к себе. То есть он аганим юзает, и чел с мипа на спину садится. Поэтому это по части... Ну, только главного мипа нужно дуэлить. Лего написал, спасибо за ролики и за игру. Да тебе, ну, Леги спасибо. Может, Дашка выложит на канал, потому что игра неплохая. Хороший леген. Вот, а так, да. С ним было приятно поиграть. Типа, чувак реально умеет играть виспом, как будто бы. То есть у меня на мейне люди не всегда так играют. Да, он медленно иногда жмет кнопки, да, там у него моментами ошибки на линии. Но, скажем так, для его рейтинга он великолепно играет виспом. Он прям красавчик.